Веселая голландская пюрешка подойдет к стофлес, хаш или мясным сосискам, немножко поджаренным на костре. Хаш – это тушеное мясо. Стофлес – это тоже тушеное мясо, но в пиве. Итак, в чем принцип голландской пюрешки? Мы нарезаем крупными кусками морковку, лук и для пюре картошечку. С молодой морковкой, которая немножко более жестковата, чем картошка, где-то в районе 20-25 минут после закипания варите и потом толчете, как обычную пюрешку. Хаш – это мясо, тушеное с лавровым листом, без никакого жира или масла, с лучком, гвоздикой и перчиком. Но самое интересное – посервировать это, сделать аккуратную кругленькую емкость и выкопать лунку, ямку для мяса. Потом аккуратненько накладываем мясо внутрь, наливаем юшечки. Это считается дешевым деревенским блюдом с телятиной и естся в основном зимой в Голландии. Запах отличный, цвет пюрешки очень веселый. Потом сверху бока пюрешки обмазываем горчичкой, а на мясо мы кладем маринованный маленький лук, baby onion. Also yummy. Just to add some of these onions. Baby onions. Baby onions. Yeah. Mm-hmm. So.